людей. Ну что, у нас гости еще одна в студии. Оксана Снежная. Доброе утро. Какой у вас псевдоним? Вот как это олицетворяет вообще и отражает то, что происходит на улице и в наших сердцах? Потому что мы больше любим зиму с Анной. Но если, я сразу скажу, что какая песня. Все уже догадались, что будет песня каноническая, можно так сказать, 95-го года. Подожди, если к нам только что люди присоединились, да, то сегодня день завязывания узелков на счастье. Эта песня формировала наших операторов как личности, поэтому это очень важная мы песня. Мы долго искали исполнителя, который сможет спеть 8.45 именно эту песню. Да, вообще, который сможет спеть 8.45, тем более эту песню. Гигантский кастинг был объявлен, не состоялся, но вот в итоге победительница этого кастинга Оксана. Доброе утро, наконец-то мы вам говорим. Доброе утро. С премьерой впервые у нас. И хочется задать вот тот самый вопрос, ради которого мы и собрались. Все творческие люди, они суеверны. Все. Даже телевизионщики. Вот какой-то талисман, не знаю, что-то вот, может быть, любимая кофточка. Какой-то камешек, штанишки. Может быть, там пятачок. Да-да-да, обувь, но которая вот, да, помогает. Вы знаете, наверное, мой единственный талисман, это, что бы я ни собиралась сделать в своей жизни, это позвонить своей маме. Вот. Звонок маме. Звонок маме. Это талисман на счастье. Сегодня уже позвонили? Конечно. Ну, это может талисман, это может быть ритуал. Это, суть-то работает так вот. Как зовут маму? Да. Елизавета. Елизавета, вам привет от утреннего коктейля. Я уверена, что сейчас Елизавета нас смотрит, да? Да. А Оксана сейчас будет исполнять песню. А можно такую себе, вот какую вот фразу она говорит вам вот на удачу, чтобы вот хух. И... Ты все сможешь, так? У тебя все получится. Вот прекрасная мантра, я думаю, для иркутян. Вы все сможете, у вас все получится. Ну а прямо сейчас Оксана Снежная. Ее заряженная песня. Каноническая. Узелок завяжется, узелок развяжется. Пожалуйста. Парня, да не угадала. Видно, не такого я во сне видала. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Все у нас связалось в узелки тугие. У меня проблемы, у него другие. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Это лишь минутка, как слеза упала. Я же не сказала, что любовь пропала. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А потом, что было, то и полюбила. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. Узелок завяжется, узелок развяжется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть только то, что кажется. А любовь, она и есть.
дорожка то, что кажется, а любовь, она есть только то, что кажется. Оксана Снежная. Оксана Снежная и Елизавета. Ваша мама была права. Все получилось, Оксана. Спасибо сейчас, огромное. Зато сейчас моя мама сейчас сидит у телевизора. Опять опозорил перед соседями. Кто так танцует, кто так пляшет. А, друзья, мы с удовольствием продолжаем нашу программу. Оксана, спасибо. Оксане говорим огромное спасибо за это прекрасное утреннее настроение и такой экскурс в прошлое. Спасибо, что пригласили.